сначала доску делать иголкой, да, потом канули? Это скальпель. Сначала скальпель, потом канули, да? Конечно. А как вы выбираете точку доступа? Нарисовали. Нарисовали. А. Понимаете. Самый выступающий до уголка рта поделить на 3. Почему так плохо входит? Нормально входит. Нормально? Конечно. Просто доступ нужно. Не хочу лишнюю травму не хочу делать агрессивно. Угу. А вообще, когда вы делаете доступ, туннель. А потом здесь уже были такие видения, где-то фиброзик есть. Это не должно вас пугать совершенно. Это нормальная штатная ситуация, что не... Костюм уже был еще посильнее. Вот эти чуть-чуть. Да? Что? Что скажете, что ли? Это 4, да? 4, да? Веры? А я даже не смотрю, я просто... Нет, тут считать, тут нужно смотреть, вот как наполняется.